Знаменитый российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. Предположительно, причиной смерти стала тромбоэмболия. Актер умер по дороге в больницу вечером в воскресенье, 15 октября. Отмечается, что Марьянов почувствовал себя плохо и потерял сознание, возвращаясь с дачи. Из-за сложной дорожной обстановки его друзья попросили помощи ГИБДД и в сопровождении сотрудников повезли актера в ближайшую больницу в подмосковной Лобне, но по дороге Марьянов скончался. Криминальная версия смерти артиста исключается. При осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довести до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни, цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов. Марьянов родился в Москве в 1969 году. Он мечтал стать актером с детства. Закончил театральную школу, позже Щукинское училище. Скорую помощь в Лобни проверит из-за того, что, по предварительным данным, она не прибыла вовремя на вызов к артисту. Коллега актера Михаил Пореченков выразил соболезнования родным и друзьям Дмитрия Марьянова. «Настоящий пацан, настоящий мужик. Это человек, который посадил меня на мотоцикл. Я 20 лет на мотоцикле езжу благодаря Димке», — сказал Пореченков в комментарии телеканала.